Вас приветствует Инна Нефедовская, и сегодня наша тема – это опущение щек. Что делать, когда щеки опускаются, появляются слезные борозды, носогубные складки? Для этого есть упражнения моментального действия, которые способны придать тонус всем четырем мышцам, отвечающим за эту зону. Да-да, не удивляйтесь, это техника Рунге, и она очень интенсивная. Если вы делаете правильно, то получаете моментальный результат. Когда происходит опущение щек, сразу же очень очевидно провал века щека, то есть слезная борозда. И также появляются носогубные валики, что очень огорчает нас. И вы можете потренировать указанные мышцы. И для того, чтобы лучше понять, как работать с этой зоной, вам нужно разбить ее на 4 секции. Произведите вот такую разметку. Отметьте носогубную линию и разделите верхнюю часть щек на 4 секции. Первая, вторая, третья, четвертая. И теперь вы сможете легко выполнить это упражнение, если вы потренируете. Тут есть своя хитрость. Вы можете выполнять упражнение на обе стороны одновременно, или то на одну сторону потренировать, то на другую, как вам будет удобно. Чтобы начать делать упражнение, запомните, что нижняя челюсть должна быть свободно расслаблена, губы и зубы вместе, их не напрягая. Двигаем первую секцию вверх с кончиками уголков рта, поднимаем линию улыбки в направлении стрелки. Держим на 10 щитов. Далее поднимаем вторую секцию, держим ее на 10 щитов. Далее поднимаем третью секцию, держим на 10 щитов. Далее поднимаем четвертую секцию и держим ее на 10 щитов. И в заключение поднимаем все секции вместе. Сейчас я вам покажу, как я делаю это упражнение. И вы потренируете у себя. Итак, поднимаем первую секцию за счет уголков, раздвигая губы в улыбке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поднимаем вторую секцию, то есть напрягаем вот эту зону мышц. Сейчас мы напрягали вот эту предыдущую, теперь вот эту. Поднимаем и напрягаем вот эту зону мышц. Поднимаем и напрягаем вот эту зону мышц. Теперь все зоны вместе. Теперь возвращаемся в исходное положение и расслабляем все лицо. Расслабление. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Положили ручки для расслабления. И послушайте сейчас ощущения в ваших щеках. Правильно сделано упражнение, когда щечки после этого упражнения тянутся вверх. Не забывайте обязательно расслабить. Это было вводное упражнение, и я вас приглашаю сделать также основные упражнения для устранения носогубок, для подтяжки щек и чтобы убрать провал века щека. Я вас приглашаю на третий интенсив, где мы будем заниматься решением этих вопросов. Желаю вам красоты и молодости, успейте попасть на этот вебинар. До встречи в проекте!